Всех приветствую на канале «Разносторонние интересы». Будем сегодня проводить небольшой тест УШМ машины Васай китайской. Здесь заявленных 10 тысяч оборотов, реальных где-то 6 будет. Также есть второй режим скорости поменьше, это около 300, наверное. Будем вот сейчас зачищать на металлопрофиле ржавчину. Профильная труба 20 на 40. Будем зачищать и ржавчину, и на месте сварки, вот где окисел этот был при сварке, здесь мелкая такая налипала капля, надо чистить все это перед покраской. Будем последующим этом зашивать поликарбонатом, чтобы не было капель разных и дырки не пробивало. Будем чистить на меньших оборотах это дело, чтобы не снимать много металла, а чисто поверху ржавчину. Ну, сейчас включу, покажу режимы работы. Это вот у нас это высокие обороты, сейчас включу меньший режим. Включается. Вот. Стоит две полоски. На больших оборотах стоит у нас три полоски, если вот по горизонтали, а по вертикали это за раз. Вот. Это меньшие обороты. Довольно-таки на малых оборотах держит сильно тягу свою. О, видно, вот. Жму конкретно, но она не останавливается, хоть обороты маленькие. Мы будем чистить сейчас. Леса гроза надвигается. Вот того тучи. В этом году много гроз и дождя. По сравнению с прошлым. В прошлом году сухо было. Респиратор мой лежит. Я так и не одел его. Такая вот у нас калитка будет. Вот. Счищаю я вот эти вот остатки. Это внутренняя сторона, здесь шов выступает немного, не полностью чистил. С той стороны, где только что зачищал, там плоскость, чтобы поликарбонат прилегал хорошо. Ну вот, такая вот болгарка с регулировкой оборотов в двух позициях. На аккумуляторе без шнура нормально зачищать. Ну, дома работать нормально, если куда-то брать с собой дорогу что-то отпилить, это только по мелочи. Пилил я металл где-то пятерку, на одном аккумуляторе отпилил где-то сантиметров, труба была по кругу 30, наверное, и все, и сдох аккумулятор, он трехамперник всего лишь. И, кстати, когда только заказал и начал пользоваться, тоже так поехал.
короче, начал пилить под нагрузкой. Хлопья, она остановилась. Оказалось, что в аккумуляторе там плата стоит, на плате клемма отпаялась. Большие обороты снял я эту вот, видно, выступала сильно, но это внутри, оно не это, не страшно, надвигается гроза потиху, короче, надо чистить. Короче, эту клемму отпаянную я припаял назад, но не просто припаял к плоскости к металлу, а загнул его и внутрь заклепал. Сейчас, покуда не пришла гроза, уже над головой надо дочистить и сховать эту нашу калитку в гараж под покраску. Уже гроза близко, о, видно, над головой. Это вот под замок у нас штука, внутри уже вырезанная, внутренний замок сюда вставляется. Комары обкусали всего.
видно вертикально зеленая линия, это линия заряда. Аккумулятор был в ночь полностью заражен, на зарядке стоял. Вот я немного почистил по кругу в одной плоскости и переворачивал, перед этим тоже защищал. На малых оборотах. И аккумулятор не сел. Ну так его не особо, то и намного хватает. Вот, например, арматуру пилить такую вот, полторашка где-то, толстую, то штук вот на 20 таких хватает, полторашек. Вот это толстая, это на 25, а то поменьше даже. Ну не знаю, еще не пробовал. Хочу, если у меня рельсы в одном месте в лесу забрать рельсу, то надо распилить. Вот возьму, попробую. Ну возьму еще шуруповерты, аккумуляторы. Правда, они там не подходят по креплению, не усмотрел, я заказал 24 амперных, в надежде, что пойдет на болгарку тоже. Получается, что внутри болгарки два разъема крупных по сторонам, а там больше к центру и три мелких. Так что теперь у меня шуруповерты двумя аккумуляторами. Ну, шуруповертами я дома в основном пользуюсь. Вот болгарку с собой взять, то всего лишь один трехамперник. Ну, я думаю, попробовать взять шнур сделать с плоскими клеммами на тот аккумулятор и сюда на болгарку подсоединять те аккумуляторы, если они по мощности по выходной потянут. То, что здесь мотор покрупнее, чем шуруповерта. Ну, посмотрим, попробую на одном. Если плата загорит, то будем уже с одним на шуруповерту. А не сгорит, то будем пользоваться на болгарку их через удлинитель, через кабель. Короче, это мы все зачистили. Вот гром гранит только зачистили. Сейчас я занесу в гараж, прочищу бензином, обезжирю и покрашу краской. Три в одном там по ржавчине, грунт эмаль. Короче, можно красить прямо по ржавчине, несмотря на то, что ржавчина, ну, конечно, не рыхлая, а такая вот мелкая, думаю, позже. Но она бензином еще стерется. Это след от электрода. Ну вот, покрашу, повешу на место ее потом, замок сделаю и поликарбонат. Я вот сделал уже тут немного вообще пол плиткой своей самодельной выслал. Хотел на тротуаре, да, решил под навесом сделать. Здесь вот поликарбонат у нас, правда, поставил горизонтально. То, что никогда не монтировал его, то получилось у меня, что он снизу собирается скрипкой такой при нагреве. Короче, я буду переделывать, вертикально ставить его. И говорю, что здесь получается метр где-то расстояние между, 90 сантиметров. Все вертикально поставлю. Профиль, трубу профиль на 20, на 20. Вот здесь видно, на этих воротиках. Это воротики, они поднимаются. 20 на 20. То есть здесь меньшее расстояние. Короче, надо бежать мне, заносить. Дождь пошел. На этом я заканчиваю. Кому был интересен обзор, ставьте лайки, комментарии пишите. Может, что еще расскажу, напишу в ответе. Всем удачи, до свидания. Дождь, короче, выпущу.